ж до нашого ефіру долучилася Ярослава Студзинська, лікарка-токсиколог. Доброго ранку, дякую, що завітали. Будемо говорити на актуальну тему, тому що кажуть медики, що активізація клещів припадає на травень-червень. Чи дійсно це так і де ми можемо їх знайти, на жаль, побачити і відчути, як то кажуть? Клещів. На самом деле клещи живут весь год, но активизация их проходит с апреля по октябрь месяц. Да, вот. Но с наступлением тепла люди начинают чувствовать, что клещи уже появились. Почему? Потому что они выходят на охоту. На полювание. Да, на полювание, на охоту. Вот. И люди замечают это потому, что выходят на природу. Были майские праздники, впереди еще все лето. Все выходят на пикники, на шашлыки, просто к речке, подышать свежим воздухом. Апрель-май, трава еще зеленая, но с наступлением уже сухих вот трав, когда погода становится более жаркой, клещи тогда активизируются. В этом году клещи активизировались рано, да, несмотря на то, что погода была не очень жаркой и тепла мы бы особого еще не видели. Вот. Но клещи уже проснулись. Для того, чтобы защитить себя и не попасть вот в лапы этих страшных членистоногих, нужно в первую очередь, выходя на погоду, на природу, нужно вот, если вы находитесь в парке, где-то в лесу, возле речки, нужно ходить тропинками, которые не заросшие травой. Нужно одевать... Они в траве сосредоточены, переважно. Да. Клещи, они живут в траве, на кустах, в нижней части деревьев, ну, выше, чем на 1 метр, они не поднимаются. Тобто, як вони підповзають, заповзають, це має бути якийсь конкретний контакт із ними? Як відбувається контакт з клещом, він дуже незаметен. Тобто, укус клеща, він незаметен, і чоловік, якого укусив клещ, він може його тільки обнаружити на собі. Вот. Для того, щоб це произошло, можна произвести осмотр. Тобто після кожного, як я розумію, повернення з пікніку, там, з подорожі, треба себе перевіряти, так? Яким чином? Во-первых, полностью снимается одежда, одежда выворачивается, ну, поддается, естественно, обработке и осмотру на механическое удаление клеща и осмотр тела полностью, вплоть до волосистой части головы, где очень часто клещи любят обитать. Вот. То есть клещ, если он попал на тело человека, он может там находиться день, два, неделю, вот, пока человек его не обнаружит. То есть это не факт, что мы сразу повернулись и сразу его увидим, так? Нет. Нет, это может быть через несколько дней. Вот, это может быть, если у вас в доме есть животные, то тогда будьте готовы к тому, что клещи могут после посещения природы к вам прийти через 2-3 дня, через неделю. Почему? Потому что в шерсти животных, если его не проверить, не обработать и не удалить, эти клещи, то они будут жить там и паразитировать. Добре, який все ж таки, якщо вже тиждень пройшов, і він там достатньо наївся, цей кліщ, як ми його побачимо? Це якесь набухання шкіряної ділянки, чи як? Давайте ж на цьому зупинимось. Ну, во-первых, начнем з того, що кліщ, якщо він внедрился в кожу чоловіка, він виділяє токсин і сосе кров. Вот. То есть при сосанні крові він увеличується в розмірах. Вот. І тоді виникають неприємні відчуття. Вот. То есть, если это животное, оно будет чесаться, если это ребенок, он будет говорить, что его там что-то болит, колет, да, чешет, и это, то есть, родители обязательно заметят. Ну, и взрослый человек тоже вот он обнаружит это у себя на теле. Вот. Чаще всего клещи присасываются к участкам тела, где кожа более тонкая. Это подмышечные, паховые области, это внутри пупка, это волосистая часть головы за ушами. Вот. То есть как бы невидимые участки, а участки страшные. Да. Чем небезопаснее укусы клещей? Укусы клещей очень опасны тем, что они могут вызывать заболевания. Заболевания вирусные. Вирусный энцефалит, боррелиоз, марсельская лихорадка. То есть боррелиоз – это болезнь Лайма. Боррелии – это возбудители, которые вызывают болезнь Лайма. И заболевания, которые вызывают
называется боррелиозом, то есть оно изначально человек может не обратить внимания, потому что протекает сходно с вирусной инфекцией или с гриппом. То есть если человек обнаружил клещ, не обратил на это внимания, не обращает внимания на это пятнышко, которое там может быть увеличится в размерах. Вот. Повышение температуры, озноб, ломота в теле, головная боль, слабость, недомогание. То есть это симптомы, которые могут возникнуть при, да, у любого человека после посещения пикника. Да. Вот. Поэтому как бы не все обращают внимание. Поэтому нужно обращать внимание на место укуса. Угу. Если вы обнаружили клещ, если вы его удалили. І... От давайте на цьому зупинимося. Якщо ми його знайшли, його треба самостійно видаляти чи звертатися до лікарняних установ? Удалить клещ можно самостоятельно. Расскажите, как это правильно сделать? Правильно это сделать нужно максимально близко к головному концу клеща. Взять пинцет или пинцет. Вот, руками это нежелательно делать. Максимально близко к головному концу и к коже. И резко выдернуть его. Угу. Все, не нужно никакие вращающие движения вправо, то-то влево. Резко будет, да? Да, ни в коем случае не нужно клещ обрабатывать маслом подсливочным, солнечным, лаком, бензином. Народным методом. Потому что люди убеждены в том, что если они вскроют сверху клещ маслом, то он задохнется и сам отпадет. Но такого не происходит. И действие этого клеща, оно только усугубляется. Потому что чем дольше клещ присосан к коже, тем больше яда он выделяет. То есть в первые сутки после укуса клеща как бы можно и не заразиться, не заболеть. То есть, если, да, то есть как бы, а если клещ находится уже присосанным несколько дней, то тогда заболевание как бы более вероятно. Его варто зберігати для того, чтобы віднести до лікарні и проверить на заражение? Второй этап. Если вы не вытаскиваете клещ самостоятельно и есть проблемы с этим, то вы обращаетесь в городской травмпункт, где есть специалисты, которые прекрасно справятся с этой манипуляцией. После чего, если клещ живой, его отправляют на обследование в санстанцию. То есть берется специальная пробирочка, он запаковывается, направление и в санстанцию на обследование. Как показывает опыт, практика, никогда как бы положительных результатов, обратных извещений. Но это что касается Николаева, мы разговариваем. Поэтому инфицирования, заражения не было. Но я вчера перед передачей пошла в травмпункт, узнала, как у них обстоит обстановка, и дежурный доктор мне рассказал, что обратилась женщина 69 лет, у которой в паховой, в левой паховой области был присосан клещ, который у нее находился неделю. Ой-ой-ой. Да, он был уже довольно больших размеров, его удалили, отправили на исследование. За женщиной наблюдают, потому что есть покраснение, гиперемия в области укуса. И самое важное, то есть для того, чтобы определить, человек заболел или не заболел, нужно наблюдать за этим покраснением. То есть в первые сутки даже рекомендуется очертить там каким-то фломастером, зеленкой или красящим другим. А вакцинуют людину чи ні? Чи, нет, чи лікування? Нет, происходит якось профилактическое лечение антибактериальными препаратами, тетрациклин, азитромицин. Вот. И до выявления болезни никакой вакцинации не происходит. То есть, если выявляется уже инфекционное заболевание, то тогда человеком занимаются инфекционисты, где происходит лечение. Да. Тобто, як я зрозуміла, якщо ми говоримо про Миколаїв, то у нас не було ще випадків зараз зараження лаймом, там, в этом году нет. А взагалі то були. Ну от я до чого це веду? Який відсоток того, що можна захворіти? Чи ні? От, от 0,5 до 4,5% можна заболіти. Да. Вот. И заболеть можно не только болезнь Лайма, да, вот есть же вирусный энцефалит, вирусный клещевой энцефалит. Чаще всего, то есть вообще, если взять как бы статистику, то чаще всего переносчики этих заболеваний, они вызывают заболевания в Крыму. Вот. То есть там жаркая, сухая погода, и были случаи и клещевого вирусного энцефалита, и болезни Лайма, и других как бы заболеваний. То есть у нас как бы Бог миловал,
немножечко обстановка другая. Слава Богу. Может быть, потому что люди быстрее обнаруживают и не успевают произойти заражение. Підрозумовуючи нашу розмову, давайте ще поради, тому що ми не можемо відмовитися від пікніків, все одно ми будемо ходити і до лісу, і до річки. Як збиратися, може якось одягатися конкретно, і ще раз про те, як себе перевіряти після повернення додому. От, підрозумовуючи нашу розмову. Собираясь на пикник, нужно одеваться в одежду, которая закрывает лучезапястные суставы, голеностопные суставы, носки, закрытая обувь, не пользоваться дезодорирующими средствами, потому что у нас кроме клещей на природе еще есть жалящие и укусы насекомых, которые тоже как бы привлекают и может быть аллергические реакции, инсектная аллергия может возникать. Пользоваться препаратами, которые, ну сейчас же много препаратов, которые там от комаров, от клещей, вот пользоваться. Вони ефективні, не так. Да, обязательно, обязательно обрабатывать животных. Вот, после прихода домой снимать всю одежду из себя, проводить обработку одежды, стирка, осмотр, осмотр тела, особенно дети, пожилые люди, животные. Через несколько дней произвести повторный осмотр. Боже. То есть, если есть какие-то неприятные ощущения, там, повышение температуры, озноб, ломота в теле, то более прицельно к этому человеку подойти, осмотреть волосистую часть головы. Якщо ми не бачили одразу, ми все одно відчуємо. Укус клеща, він безболезненный. Так. Человек нічого не чує, коли його кусає клещ. Але згодом ми все-таки не може бути такого, що ми місяць ходимо з клещем, ми не знаємо, що такого від такого не може. Тому що в будь-якому випадку люди, які ходять на природу, вони все-таки трудоспособні, руки, ноги у них двигаються, тому вони себе осматривають. Я зрозуміла. Дякую за змістовну розмову. Ярослава Студзинська, лікарка-токсиколог, була в нас в гостях. Бережіть себе, перевіряйте себе для того, щоб відпочинок не вилився щось неприємне. Дякуємо вам.